Всем привет, дорогие друзья, с вами Бонни Сакур, мы продолжаем играть в Ведьмака 3 Каменные Сердца, и теперь мы должны Ольгерду отдать дом, который мы нашли. И он наконец-то нам скажет, что за третье желание. Так, где он? Вот он. Надо поговорить. Ну, я думаю, он удивится. Внимание. Так, сыграем опять в гвинт. Нет. У меня для тебя кое-что есть. Люблю подарки, но распаковывать их лучше без свидетелей. Ага. Эй, ребята, присмотрите за бочками. Я пойду потолкую с Геральтом. Пойдем. А, они там все бочки катают свои. Бьют. Уже лучше. Ну хорошо, что у тебя есть для меня? Ты сейчас удивишься. Дом Максимилиана Барсони. Как просил. Нормально? Смотри, он в ахере. Хорс должно быть взбесится. Не взбесится. Он труп. Потому что его нет в живых. Его брат, впрочем, тоже. Ну и еще нескольких. Вот это да. Я и не думал, что у тебя духу хватит устроить такую резню. Так, ты меня недооцениваешь. Я могу устроить резню и побольше. Например, когда разделаюсь с нашим контрактом. А ты и вправду меня не выносишь, да? Не выношу тех, кто в наглую пытается меня использовать. Поэтому и погибли оба брата. Поэтому ты должен поостеречься. Я уяснил. А вот тебе мой совет. Не плачь над семьей Барсоди. Сплошные ублюдки, все до единого. Так, ну-ка. Так ты знал, что у Хорста был брат? Ну, в общем, да. Эвальд был известен в определенных кругах. Это в каких? А в таких, где благородному ведьмаку не место. Он убивал за деньги, не моргнув глазом, без единого вопроса. Зато всегда с фантазией. Если бы не эта чертова фамилия, я бы взял его к себе в компанию. А зачем тебе бумаги? Чтобы утопить Барсоди. Видишь ли, я узнал об интересной подробности завещания старика Максимилиана. Там сказано, что если его сыновья хотя бы раз в году на Билетейн не пожмут друг другу руки, аукционный дом должен пойти с молотка, а все вырученные деньги переданы госпиталю Вельмерия. Старичок предчувствовал, чем дело кончится. Да. Правда, и Хорст, и Эвальд уже в земле. Но благодаря этим бумагам аукционный дом теперь не достанется их наследникам. А у госпиталя будет достаточно денег, чтобы лечить сироток и нищих бесплатно. Потрясающее благородство. Так заботиться о нуждающихся. Да шли бы они в жопу, эти нуждающиеся. Пусть провалятся со всем этим городом. Тут дело было в другом. Вместе. Вместе? Так, ну ладно. Чем тебя так достали, эти Барсоди? Вытолкали в шею с аукциона? Они вытолкали меня в шею из собственного дома. В смысле? Тебе это правда интересно? Да, конечно. Стал бы я спрашивать. Ха, как всегда, дерзко. Моя семья влезла в долги. Неудачное вложение денег, не урожай, проигранный суд. Ну, знаешь, как оно бывает. Пришла беда, отворяй ворота. Нам нужно было несколько недель, чтобы встать на ноги. Но Хорст Барсоди скупил все наши векселя и потребовал немедленной выплаты. Я просил, умолял, рвал на себе рубашку. Но все без толку. Все как об стенку горох. Потом я был на аукционе. Смотрел, как какие-то надушенные пёзды забирают саблю моего отца. Портрет покойной матери. Сбрую коня моего брата. О, Хорс славно нажился на наших реликвиях. Ну да, жесть. Неудивительно, что ты не пылал к нему любовью. Это еще только начало. Когда родители моей Ирис узнали, что случилось, они разорвали нашу помолвку и другого жениха ей нашли. Из-за моря. Я думал, сойду с ума от злости. Пошел в корчму. Один стакан выпил, другой. Ввязался в драку, потом снова пил. А потом... Потом я попросил о помощи не того парня. Ага,
Так. И что дальше, дальше, давай. И что было дальше? А дальше, ведьмак, было одно большое смердящее говно. Это он встретил вот этого чувака, который нам якобы помогает, этот зеркальщик. Ну, чего ты здесь мнешься? Еще что-то? Ну, тут третье желание. Так. Ну, поговорим о третьем. Время назвать третье желание. Подожди, Геральт. Я кое-что доделаю, и тогда поговорим. Эй, вы! Достаньте мне селедку из бочки. Вот они ее били, по-моему. В смысле? Мужик какой-то. Ну давай, не задерживай. Что за херня? Кто теперь это? Теперь ты готов меня выслушать? Или тебя по-прежнему не касается, что я хочу сказать? Я готов. Я слушаю. Хорошо. Иди к своему хозяину и скажи ему следующее. Его требование задело меня за живое, поскольку я воспитан в уважении к священным законам гостеприимства. И я не стану потакать хамскому поведению. Понимаешь? А чтобы это доказать, я нанесу ему безотлагательный визит. Так что скачи, что есть духу, и предупреди о моем прибытии, понял? Да, понял. Отпустите его и отдайте ему коня. Пойдем, ведьмак. Выйдем наружу и поговорим. Ну, пойдем. Он кому-то угрожает, его кто-то разозлил. Афирцы говорят, что о важных делах следует говорить под открытым небом, чтобы боги были свидетелями. Нормально. Так. А зачем вы его держали? А что там с этой бочкой? Мы тут по дороге задержались погостить на постоялом дворе на землях некоего лорда Безмятежного. Развлекались мы шумно, на то и корчма. Безмятежному это не понравилось. Он прислал человека сказать нам, что если мы еще раз объявимся, нас повесят. Ты сжег корчму дотла? Но я оставил корчмарю солидную компенсацию. Только этот крысюк не стал упоминать о деньгах при своем господине. Но это не важно. Достаточно, что кто-то назвал меня шелудивым псом и пригрозил смертью. Это была одна из тех угроз, которые звучат как приглашение. Так что я определенно еще вернусь в те края. Ага. Ну давай третье. Я выполнил два твоих желания, пришло время третьего. Ты самонадеянный, да? Гордый, бесстрашный, уверенный в своих силах. Третье желание, будь любезен. Мутация лишила тебя чувств. Скажи, ты любил когда-нибудь? Ну так, чтоб на самом деле. Так. Да, любил, нет, не любил. Не твое собачье дело. На самом деле, я не совсем могу сказать, учитывая, что у нас Геральт меняет своих девушек, так что пропустим. Я не в настроении болтать. Я должен для тебя что-то сделать, так скажи, что? Любимую вернуть его. Настоящий профессионал, да? Я думаю, что ты только изображаешь холодного убийцу. А на самом деле, как я, ищешь новых ощущений. Хочешь себе доказать, что можешь еще что-то почувствовать. Что осталось тебе талика человеческого. Я бы тоже был хорошим ведьмаком. Только видишь ли, я не знаю пути в Каэр Морхен. Медальона мне не получить. Ну и не узнаешь. Хватит молоть языком. Я все еще жду третьего желания. Хочешь стать ведьмаком? Какой же ты упрямый. Ну что ж, изволь. Была у меня когда-то жена. В нашу последнюю встречу я подарил ей фиолетовую розу. Ого. Это красиво, принеси, наверное. Принеси мне этот цветок. Я хочу вспомнить, как он выглядел. Когда это было, роза наверняка уже увяла и рассыпалась в прах. Ты хотел желания. Вот оно. Исполняй.
Я отправлюсь навестить Безмятежного. А здесь оставлю одного из своих людей. Он поможет найти меня. Разумеется, если тебе повезет. Скажи хотя бы, где мне искать твою жену? В моем старом доме, на восток от имения Мартина Листа. Я не стану желать тебе удачи, сам понимаешь. Прощай, Гера. Ну, можно сказать, ты уже пожелал удачи. Так, это что-то очень интересное. Но, насколько я знаю, да, помимо вот обычных роз, которые вот мы знаем, да, там красные, там белые, розовые и так далее, есть одна такая роза, которая реально является эксклюзивом в реальной жизни. Это черная роза. Называется она Черный Принц. Вот, ее выращивают путем скрещивания некоторых видов роз. Господи, какие страшные вещи он нам говорит. Ну вот, ее как бы искусственно выращивают, такую розу, но она реально очень красивая. Ну, а теперь мы посмотрим на фиолетовую розу. Так, значит, нам надо добраться до... уже никуда. У нас здесь находится переход. И пойдем искать его жену. Но по идее, это, что он так сказал, что в прах там, наверняка, жена, возможно, хранила. Плюс еще вдобавок ее можно засушить, ее можно нанести на нее воск. И поэтому она никогда не завянет. Вот это здорово. Классно, привет, Иверна. Как у тебя дела? Вот как долго с тобой придется нам биться. Так, давай-ка щит. Не могу повесить. Подождешь немножко, Ивернушка? Ну, ой, вот это она дала. Ну-ка. Вот так. Все, погнали драться. Так, выпьем. Игром выпьем. Смотри, она застряла. Сейчас это жесть. Так. Пока путем. Давай-ка щит. Смотри, все, застряла. Как, в принципе, и я застрял. Не упустим ее. Может, трофей какой-то будем. Давай, Керль, давай. Убили. Все. Есть что болтать? Эй, о. Драконья чешуя и ее яйцо. Так, ну что ж, хорошо. Смотрим карту. Все в порядке, да, бежим. Интоксикация у нас очень маленькая, поэтому, в принципе, медитацию можно и не использовать. А вот щит, пожалуй, повешу на всякий случай, пускай работает. А вдруг кто из кустов на нас сейчас накинется. Ой, тихо. И, кстати говоря, надо сохраниться. Возможно, нам сейчас придется объяснять, что Ольгерд жив, вызвать у нее какие-то сочувствия, возможно, захочет с ним встретиться. Ой, я чувствую, там так все заморочено будет. Так, где у вас вход-то, наверное? Вот это вход? Ржавые и заросли плющом. Может, есть другой вход. Так, и жили долго и счастливо называется. Так, Геральт, ты далека, серебряный меч. Давай попробуем найти второй вход. Но это заброшенное какое-то имение. Он сказал, что искать где-то недалеко. Каймир? Каймир! Это что за херня? Ты кто там? Так. Каймир! Каймир! Ты там? Тише. А! Боги! Ну ты меня... Тише, говорю. Этот туман не настоящий. Может быть, в нем что-то прячется. Туманники, обманники. Ты ведь не хочешь, чтобы они сюда пришли? Туманники? Мелителли, великая мать, надо же мне было! Так, кстати, что ты здесь делаешь? Кстати, позволю знать, что ты здесь делаешь. Понимаете, мы с Каймиром подумали. Усадьба давно пустая стоит, столько добра пропадает. Ага, так ты вор. Воры у живых крадут, а мертвым какой вред? Это мародер, а не вор. Каймир пошел дверь открывать. Я встал на стреме. Вдруг слышу, лампа разбилась. И тишина. Зову его, но... Но его уже кто-то схватил, да? Ой. Ой, смотри. Что? Что это было? Этот туманник твой, что ли? Нет. Нет. Фу, просто камень с души. Я пойду узнаю, что там и где твой напарник. А ты? А я лучше свалю отсюда, по-добру, по-здорову. Ну вот молодец.
Сразу все с полуслова. Солидное это имение. Да, красота. Так. Как я найду эту розу в таком тумане? Никак. Надо узнать сначала... Кто-то по-прежнему регулярно ухаживает за цветами. Но здесь нет фиолетовой розы. Да-да-да. Возможно, это дух той женщины. Вот это вот в капюшоне, то, что прошло существо какое-то, это, возможно, она... Значит, что-то... Кто-то по-прежнему следит за порядком в этом месте. Да что ты все болтаешь? А, это вот нам здесь кружки обозначены. Так, что это, фонтан? Вода ледяная, будто била из горного ключа. Так, скамейка. Потертая. Кто-то тут часто сидел. Так, и здесь у нас... Свежий навоз. Угу. Ну, все указывает на то, что здесь реально кто-то приходит. Поговорить, черный лис. Привет. Что ты делаешь в этом месте? Черный лис? Лучше исчезни, пока что-нибудь не случилось. А ты не втыкаешь что-то, она и есть? Так, подожди, что он здесь делает? Вот. Могила здесь. Ну? Ну, черный лис тебе на что-то указывает. Ну ладно, пойдем в само поместье. Посмотрим, что там у нас. А, подожди, вот еще можно осмотреть, вижу. Давай все разузнаем. Так. Ульи. Ухоженные, но все до одного вымершие. Угу. И вот еще есть. Так, а здесь? Мольберт. Дерево уже успело сгнить. Ну, это подставка под мольберт. Ни следа фиолетовой розы. Может, где-нибудь на задворках? Так, задание дополнено. Так, а вот это что? Запах, запах, запах. Подожди. А что такое? Герли, ты его не видишь? А, это чисто запах от цветов, да? Везде такое будет, да? Все, понял. А в этом нету никакой загадки, то, что цветы как-то выставлены. А что это такое? А, это навоз. Ну все, пошли в поместье. Посмотрим, что там у нас. Оп. Вот этот курок. Так, давай. Закрыто. Постучи. Что-то не так, да? Вот, разбитая лампа. Разбитая лампа и истоптанная земля. По следам пойдем, да? Отсюда что-то тащили. Тело? Нет, вряд ли. Хотя, если его оглушили... Так, сохранимся. Пойдем. А, стой, здесь что-то говорит нам посмотреть на следы. В ту сторону тащили раненого человека. Ты уверен? А где кровь, если он раненый? Так. Следы подкованных сапог ведут из дальней части сада. И... Так. О, черная кошка. Смотри, черный лис, черный кот. Линял бы ты отсюда, малыш. Это место... Что это за звук? Где-то копают? Нет, это какой-то стрёмный на самом деле звук. Черная кошка. Так, во. Отмычка. Она, должно быть, принадлежала второму вору. Возможно, возможно. Так, дверь. Закрыта. Нужен ключ. Так, и вот звуки идут. Что-то там большое, судя по всему. Так, вот его опять тащили. Вот здесь что-то вроде как копали. Но здесь могилы, смотри. Так. Что за жесть? Что там не так? Могилы. Без надгробий. Одна рядом с другой, словно грядки. Надо коллекционировать тех, кто сюда залезал, походу. Другого объяснения нет. Эй,
Ты меня слышишь? Не, копают дальше. На, главное, сказал, это меня слышишь? Еще один вор. И... изуродован. И подкрадываются. Ой, сшитые ноги. Кто? Хера лопата. Это она. Это она. Ноги какие-то не мужские. Боже мой. Зараза. Что зараза? Что такое? Это он. Нет, это мужик. Твою мать. Геральт, ты, может, да, обратишь на него внимание? Это ключник. Ой. Ой. Нихера, как умеешь. Назад. Понял. Так. Давай, Геральт, сильные удары. Оп. Чист. Давай сильными ударами бей его. Назад. Не успел, нормально, щит сработал. Так. Вот так ключник. Он хилится за счет меня. Уходи. Я понял, он хилится за счет меня. Назад. Ой. Ой-ой-ой, что он делает? Так, щит. Что он творит? Кого он бьет? У кого-то воскресил. Ой, это зомби какие-то. Что за жесть? Идите вон. А в кого он машет там? Да блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Тихо, кого давай? Так, нормально. Нихера не нормально. Вот это он захилился. Вот это вообще. Вот это точно нормально. Так, ладно, используем брон. И используем вот это вот. Так, пошла интоксикация. А что если отразить его удар? Ага, охеренно отразил его удар. Ничего не скажешь. Да что, сука какая, а? Назад. Не, это жесть, ты смотри, как он просто же... Так как тебя убить-то, мразь? Его не отравить? Ну, сколько мне еще ждать? Да кого ждать-то, бей его. Вот это, конечно, вот его вот так только бить. Его только так бить, когда вот у него застревает оружие. Жесть. Стой, арбалет. Давай с арбалета. Попробуем его задамажить. Да, херенно мы его дамажим, ничего не скажем. Назад, 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 назад. Так, подожди, инвентарь. Что у нас за стрелы есть? 9, 9, 9. Ну давай вот эти поп... А, у нас обычные стрелы были заряжены. Давай назад. Вот, 27 урон. О, пошло дело. У меня еще интоксикация эта долбанная. Стой, давай попробуем. Щит мы повесили, Игни попробуем на него. Назад. Так, жарим его. Есть эффект? Не понял я. Назад. Вот он застрял. Где его? Назад. Нормально. Так. Хорошо. Разгон. Оп. Игни. Да, жарит его. Ой. Жарит его, жарит его. Нормально. Тактика сработает. Назад. Ох, нихера, он разогнался, да? Назад. Так, иди сюда, красавчик. Хоть ты не красавчик. Оп. Назад. О, успел, отлично. Да, Геральт, жги его. Ну, тихо ты, ё-моё. Вот баран. Ладно, все нормально. Так, махается. Сука. Нормально, 440 урона он получил себе же. Надо выйти отсюда, выйти на нормальную площадку, чтобы его видно было. Давай, жги его. Только я не понимаю, почему Геральт отпускает-то его? Я же постоянно жму. Так, нормально. Жги.
Да бля, ты что ж ты будешь делать? Все хорошо, ладно. Ага, отлично. Да, все хорошо. Назад. Ой-ой-ой, тихо. Махаться будет, уходи. Так, бежим на него. Жжем. Назад. Успели. Бьем. Назад. Ну, успел захилиться, но не так сильно. Вот это жесткая битва. Ой-ой-ой-ой. Назад, назад. Так. Назад. Жги его. Долго жги. О, хорошо горит. Отлично. Так. Теперь не дать ему захилиться, главное. Так. Давай, ублюдок, давай. Ты ж хочешь воткнуть в меня свою лопату? Как бы это странно не звучало. Давай, давай. Ты ж хочешь сделать сильный удар? Давай. Вот это вообще ты свирепый. Не хочешь погореть? Вот так. Отлично. Ой, хорошо пошло. Так. Бей его. Бей. 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 Назад. Отлично. Тащим, тащим. Опять он призвал своих мудаков. Жги его, жги. Надеюсь, они его не хилят. Если они меня ударят. Ой, смотри, он бьет их. Зачем он бьет? Назад. 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 Ой-ой-ой. О. В смысле? А что его сбило? Сука, он от них хилится. Ах, как гнусный же ты. Вообще жесть. Сука, ты смотри, нормально, нормально. Не сильно он захилился. Ну, давай. Ай-яй-яй-яй. Тихо. Жги. Назад. Да бей ты его. Назад. 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 Бля, нормально, нормально. Назад. Успел. Гори. Назад. Пали его, пали. Да пали ты его, говорю. Смотри, не хочет. Что тебе не хватает-то? А, я понял. Он не использует этот. Как его? Адреналин. Геральт его не использует. Вот же мудак, да? Тогда вот так. Окей. Бей. Назад. Так, сейчас разгоняться будут. Ой-ой-ой. Так. Так. Пали его. Бей, 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 бей. Успел. Все. Иди не махайся. Лопаточник. Иди дальше играй в своей песочнице. Сдох. О, жесть. Так, ну это был конкретный бой. Черт, что же это было-то? Это был полный кобздец. О, черная кошечка. Ни глаз, ни ноздрей, органы деформированы. Зараза, оно никак не могло быть живым. Кошка сейчас заговорит, да? И собака. Лис, черный лис. Между прочим... Философы все еще спорят о понятии жизни. В другой ситуации я был бы потрясен. Но только не после этого зрелища. Кто вы? Определенно мы не звери. Считай нас друзьями семьи. Так, так, что это? Кто это? А что вы скажете об этом существе? Это ваш друг? Мы называли его Ключником. Он не похож ни на одно из известных мне существ. Откуда он здесь взялся? Очень издалека. Он охранял дома госпожу Ирис, следил за садом, занимался незваными гостями. Но, как я и сказал, он закапывал всех, кто приходил. Очень издалека это откуда? Название этого места тебе ничего не скажет. Так. Зачем вам понадобилось прикидываться зверями? Поговорили бы со мной сразу. Нельзя, мы обязаны соблюдать дистанцию. Тогда зачем вы сейчас со мной говорите? Потому что умер ключник.
Зачем? Нам редко случается поговорить с человеком, и мы хотим знать, почему ты здесь. Чуть поконкретнее, если можно. Чуть позже. Нормально, он такой, как робот отвечает. Вы знаете того, кому принадлежит это место? Ольгерда фон Эверика. Знаем. Когда он ушел, он оставил имение своей жене. Замечательно. Госпожа фон Эверик дома? Вы можете доложить ей о моем визите? Чего ты от нее хочешь? Я пришел за фиолетовой розой, которую Ольгерд подарил Ирис перед отъездом. Ирис внутри, в спальне наверху. Возьми его ключ. Он от задних дверей дома. В таком случае я пойду поздороваюсь. Так, отыскать Ирис. Хорошо, так, пойдем. Как прикажете к вам обращаться? Так же, как и сейчас. Мы держим свои имена при себе. Все, лопату давай смотрим. О, мы взяли ее. И что это? Где она? Вот она. Урон минус 8. Так, нанесение урона возвращается в виде... Ух ты, здоровье. Давай возьмем, приклонимся, лопатой будем драться. Здоровье возвращать себе. Так, ну неплохо. Хорошо, сохраняемся обязательно, потому что это был очень жесткий бой. Так, пошли. Пришелец. Ой. Да, я пришелец. С факелом, представляешь? Так, что у тебя здесь можно найти? Селитра. Бутылки. Это не закрыть. Ой, не открыть же. Так, а это? Закрыто, но открыто, да? Нет, это не то. Нам надо глубже в дом. Смотри, как здесь все запустевшее. Что же здесь случилось? Ее убил ее, типа, новый муж? Так. Ух, ну и зловещее же это место. И интересное. Вот. Кто-то дышит судорожно. Ой-ой-ой, сверху. С нее песок, что ли, сыпется? Вон, зеркало. Она в зеркале. Да какого... Жесть. Боже мой. Ну давай не будем драться. Внимательнее надо быть. В смысле внимательнее надо быть? Ты это про что? Так. Давай к зеркалу подойдем сразу. А что здесь можно найти? Офицерская сабля, чертеж, седло хорошее. Так, давай офицерскую саблю посмотрим. А, так, плюс 24. Не, это понятно. Где седло? Вот оно. Вроде как это 40, а это 75. Да, все, отлично. Так, Геральт. Боже мой, ты посмотри, здесь даже сделаны эти... Как их? Макеты этих с брониками страшные. Ой-ой-ой-ой-ой. Это картина была. А что это, ее осмотреть не хочешь? А что у нее лапа какая-то торчит? А, вот она, фиолетовая роза. У нее под ногой. Не знаю, видно вам или нет, но это круто. Я ее, по крайней мере, увидел на картине. Здорово. Так, вот что-то есть. Альбом для набросков. О, блядь. Это что было? Это было страшно, вот что это было. Факел, не гаси свой долбанный. Так, давай посмотрим, какой-то альбом мы нашли. Вроде как здесь, нет? Нет. А где это может быть? Вот. Альбом. Необходимый для задания. Понял. То есть это нельзя смотреть, а жаль. Я бы посмотрел на ее творчество. Так, здесь всякие склянки лежат, но почему все это выделяется? Так, чертеж, кавалерийские штаны, так, это все бред. Так, вот это вроде спальня, учитывая, сколько здесь подушек валяется. Ну что ж, пошли дальше. А, вот сундук еще. Да что ты такое спотыкаешься-то, Герли? Зараза. Ага. Это мой дом. Ты со мной там все еще разговариваешь? Я в курсе, что это твой дом. Мне надо найти одну вещь. Мне, чтобы помочь, она агрится. Вон там красным горит. Вот, смотри, картину можно осмотреть. Вот он. Этот
муж ее. Ольгерт, которого я никогда не знал. Он был тогда другим человеком. Да-да-да. Кто-то кричал за дверью. Вот там, где красным горит. Но мы сначала сюда пойдем. Вот опять дышит. Закрыто. Сохраняемся. Так. Ой, что-то сейчас будет. А, Геральт, возьми щит. Так, обеденный стол. Все чисто, стол сервирован. Похоже, этот ключник постоянно накрывал на стол. Блять. Так. На троих. Почему на троих? Глава должен сидеть вот здесь. Во главе. Жена должна сидеть здесь. А третий кто? Слуга этот, ключник, что ли? Так, ну давай сюда сходим. Закрыто. Съешь вареник, успокой нервы. Так, давай. Камин, смотри, горит, да? Но все в паутине, вообще все жестко. Геральт еще спотыкается. Сюда не пройти. Значит, где-то здесь что-то. Да? Сундук. Нет. Все скрипит. Подожди, а как мне подняться наверх? Я не понимаю. А, вот лестница. Ну, лестница, она же завалена. Расчистить с помощью... Нет. Не прокатило. Ладно, пойдем искать. А, вот так вот можно? Ну, конечно. Шею себе свернуть. Ты еще и забагался. Так, давай вот отсюда попробуем, как с трамплина туда запрыгнуть. Нет? Нет. Ладно, понял. Да все, катись ты вон отсюда. Да все, вылези вон, говорю. Пошли туда смотреть. А, по балке подняться туда. Да? Ну-ка аккуратно только. Да аккуратно ты, хули ты как... Так. Просто бери и поднимайся. Сможем? Ну мы же сможем. Ну что за херня? Ну Геральт, квырок. Не? Не, смотри, жесть. Систему не обойти, понял. Подвалов никаких не имеется. Хорошо, пойдем. А, вот оно что. Боже, там... Ой, блядь, что там? Лезет, лезет. Кто-то пытается меня остановить. Ты посмотри, все корзины, как будто дух исходит, видишь? Собрать травы. Девочка. Красивая девочка. Смотри, с такой же розой. Неужели она какая-то была проклятая? Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастна по-своему. Так. Закрыто. Что-то ключник какой-то херовый, следы, да? Следы пожара. Интересно. Очень интересно. Так, не то. Не то. Тоже не то. Здесь что? Может, что-то найдем? Какие-то документы? Ну, Геральт, лутаю его. Что такое опять? Деньги. Нет, тоже не то. Хорошо, пошли сюда. Закрыто. Понял. В смысле ты... Ой. А это что за хер? Какой-то жесткий тип. Так. Собрать травы. Сможешь здесь пройти как-нибудь? Открыть сможешь? Нет. Вот туда идти? Закрыто. А куда идти-то? Вон, смотри, там что-то есть. Выбить дверь, да? Нет. И это нет. Так. И это нет. Закрыто. Значит, что-то как-то через пожар надо пройти? Прыгай. А вот эта дверь у нас тоже нет. Так, вот здесь балка наверх. Не, ну это бред. Не, я опять сейчас не туда пойду. А, вон, смотри. Что это? Куда это ведет? Нет, мы там были, внизу. Так. Но нас ведет куда-то этот. Ну-ка. Куда ты ведешь именно? Нет, говорит, ищи здесь. Ну так здесь, если ничего не открывается. Вот, это мы осмотрели. Пошли. Так, хорошо, вниз попробуем, давай.
Может, в окно надо выпрыгнуть? А почему вот эти двери не открываются? Нам же явно сюда. Нужен ключ. Я где-то ключ не нашел. Давай искать. Отсюда мы вошли. Здесь мы все обыскали. Ой, так. Наверное, что-то я упускаю, да? Здесь нигде не пройти. Здесь лестница заблокирована. Здесь стол накрыт. Вот здесь подъем, который не расчистить. Что-то где-то скрыто. Буду искать. Так, вот я вышел на балкон. Здесь балкон был, где про сгоревшего он говорил, что здание сгорело. Вот мы обошли. Опаньки. Типа, welcome. Welcome to hell. Спасибо. О, смотри, как здесь все ухожено. Опять смотри, что-то не то. В смысле все... В смысле темно? Понял. Нет, тихо. Щит. Назад. Боже мой, нихера она... слышишь, женщина, подожди, я не готов. Нихера. Какая резвая. Так, надеюсь, ты лекаться-то не будешь. Назад. Назад. Ты адреналина не получил, Геральт? Она зажимает нас. Завешает этот гребаный щит. Сука, вот это сука. Так, назад. Щит. Давай. Опять смотри, что-то не то, все искажается. Боже мой. В картину уходит. Лекается от нее, что ли? Да, лекается. Назад. Давай, бей, бей. Нормально, нормально. Не дай в картину зайти. Что с ней? Пошла лекаться. Не дай здесь забегаться. Разбей картину. Все, нормально. Ну да, есть маленько. Убей ее, убей. Готово. Боже ты мой. Достань факел. Что-то, ну... Опять что-то не так. Нихера не видно. Что было? Это был полный пипец. Лекайся, горит все. Так, есть что смотреть? Так, ну ладно, эти все цветочки нам не нужны. Открывается? Нет. Спальня. Вот она. Здесь должна была быть Ирис. Так, вот и она. Это должна быть она. Зараза. Так почему она мертва? Что здесь случилось? Ты хотел ее увидеть? Вот она. Нужно тщательно подбирать слова для своих желаний. Меньше разочарований будет. Это что, шутка какая-то? Почему вы сразу не сказали, что она мертва? Ты не спрашивал? А почему никто ее не похоронил? Мы не можем. А ключнику она при жизни велела держаться от себя подальше. Он и сейчас исполняет приказ. Так. Чем дальше в лес, тем я больше удивляюсь. Почему вы вообще мне помогаете? Нас призвали служить, Ирис фон Эверик. Наша госпожа умерла, но это не освободило нас от службы. Понимаю, вы хотите покинуть это место и эти тела. Ты удивлен? Нет, вовсе нет. Так, как она умерла? От чего она умерла? Я не вижу ни ран, ни следов борьбы. Сердце разорвалось. Боже. Ты имеешь в виду инфаркт? Нет, просто разорвалось. В это трудно поверить. Но именно так все и было. Однажды Ирис закрыла парадные двери на ключ, легла здесь и умерла от тоски и одиночества. Ужас. Она скучала по Ольгерту, наверное. Так. Ее дух не упокоен. Он в ярости. Почему? Госпожа фон Эверик пережила много бед. Она отвыкла от гостей и не любит людей. Она не слышит нас. Так, я должен поговорить с духом. Выходит, я должен поговорить с духом, Ирис. До нашей хозяйки нелегко достучаться. Ее переполняет злость и горечь. Есть один способ. Мне нужно похоронить тело Ирис.
Но кладбище Ключника — место неподходящее. Там слишком много крови и страха. Она часто бывала в саду перед домом. Тогда, может, там. Среди цветов? Погоди. Возьми этот ключ. Он откроет главные двери. Хорошая собачка. Да, нам надо похоронить ее там, где цветы, вот это все ухожено, и как бы, где, скажем так, счастье, радость и так далее. А, значит, давай смотреть. Вот, что это? А, найти подходящее место. Хорошо, пошли его искать. На двери, главное, говорит, откроют. Любые, да? Вот, все. Замок открыт. Сохраняемся. И пойдем. Не, ну самый жесткий был, конечно, ключник. Что вот это у нас? Думаю, она любила здесь сидеть. Но это не лучшее место для могилы. Ну, понятное слишком дело. Слишком близко к дому. Надо искать дальше. Ну, мы с вами все посмотрим сразу, чтобы все услышать, все предположения. Так, осмотреть. Ирис фон Эверик любила цветы. Но вряд ли она захотела бы их уничтожить. Угу. Ладно. Поищу другое место для могилы. Точно, она же. Мы нашли картину вот или что-то. Это там? Место, пожалуй, подойдет. Да, она любила здесь рисовать. У нас картины есть. У госпожи фон Эверик были какие-то пожелания? Как она хотела быть похоронена? Она боялась смерти и думала, что никто ее не похоронит и не скажет доброго слова. Значит, я сделаю и то, и другое. От одиночества она умерла. Так ее бросил муж, получается, вот этот, который второй. Так, я не знал Ирис, так. Ирис была талантливой художницей, была женой Олькарда. Так, ну, учитывая, что у нас есть... Давайте второе. Я ничего не знаю об Ирис фон Эверик, но мне нравятся ее картины. Жаль, что искусство не принесло ей успокоения. Иногда судьба запутывает наши тропинки, и жить становится так тяжко, что уже не вынести. После смерти каждый заслуживает упокоения. Почему палка? Попробуем призывать ее положить на могилу альбом. Вот, вы двое хотите что-нибудь добавить? Давай сначала третье. Вы двое. Скажите хозяйке что-нибудь на прощание. Мы не разбираемся в людских ритуалах. Мы верим, что ты сделал все согласно вашим обычаям. Так, положить альбом. Твое имя написано на этом альбоме. Может быть, ты хотела бы, чтобы его похоронили вместе с тобой? Так, и попробуем призвать. Останки погребены. Попробуем ее вызвать. Ну, надеюсь, мы все правильно сделали. Но про Ольгера ты говорить... Дух неупокоенный, я сложил твои кости. Забудь о гневе, забудь о скорби. Яви свое обличие. Мы что-то не подобрали? Там что-то было. Боже мой. Прости, что вырываю тебя из твоего мира. Мне надо тебя кое о чем... Что-то... не так? Нет, она вроде нормально себя ведет. Показывает. А, вот, мольберт, картина. О, какое было поместье красивое. Да. Она ушла туда? Я должен идти за тобой? Хорошо. Пойдем. Она нам покажет, как все было и что случилось, да? Что
Что это за место? Из этого места мы вырвем эту розу. Из прошлого. Все искажено, смотри. Это нарисованный мир. Работа Ирис фон Эверек. Угу. А вы как сюда попали? Мы существуем сразу в двух мирах. Так, куда подевалась? Расскажите мне побольше об этом месте. Странное место. Оно родилось из снов Ирис фон Эверек. При ее жизни этот мир был лишь в ее мыслях, а после ее смерти он обрел плоть. Трудно поверить в такую небылицу. Лучше уж поверь и будь настороже. Нарисованный мир вовсе не безопасное место. Так, куда она подевалась? Все это прекрасно, но где Ирис? Она пробудилась лишь на минуту. Если хочешь с ней поговорить, нужно вырвать ее из сна надолго. Только как? Ты же следопыт, верно? Присмотрись к тому, что тебя окружает. Ну и? Этот мир состоит из поблекших воспоминаний. Наша хозяйка хочет стереть их из памяти, но не может. Угу. Найди их. Исправь. Призови страхи, что мучают Ирис фон Эверек, а потом уничтожь их. Угу. Легко сказать. О как. Что ж, дорогие друзья, развеивать ее страхи мы с вами будем в следующей серии, поэтому не забывайте подписываться, ставить лайки. До встречи в следующем видео. Всем пока.